Bootcamp — это прежде всего наш командный Team House, где мы находимся, тимбилдимся, тренируемся. Все делаем для того, чтобы играть в доту и ни о чем не беспокоиться. Иногда, конечно, я использую Bootcamp там, по своим назначениям, если мне нужно где-то в Москве какие-то свои дела решить. Не без греха, скажем так, но в основном это командный Team House, где мы проводим время с командой. Тут просто как бы Подмосковье, я не знаю, глуши это или нет. Чтобы куда-то добраться, нужно минут 20 на машине ехать. Мы просыпаемся, кушаем, завтракаем, играем в доту, обедаем, играем КВшки снова все вместе. Вечером может там кто-то настольный теннис может поиграть. Я там, может, бильярд могу повыделываться немного сам собой, потому что никто больше не играет. Ну и, в принципе, заканчиваем этот день тем, что мы снова играем в доту и ложимся спать. В принципе, есть компьютеры у всех, отдельные комнаты практически. Но, во всяком случае, у меня, поэтому я доволен. Сколько я понимаю, мы на Galaxy Battle не едем, потому что у нас Ярослав и Миклошка, и Максим Люко, они заболели, и мы решили, что будем готовиться просто в это время к другим квалификациям. То есть там, я так понимаю, на DAC еще будут, на Epicenter тоже квалификации. Вот, и поэтому проведем это время в тренировочном процессе полностью. Ну и после того, как мы закончим вот эти квалификации на PGL, у нас ближайший лан — это Стеллар Минор в начале февраля, насколько я помню. И вот тоже будем готовиться к нему усиленно.